Привет всем, с вами я, Чупа, и сегодня мы начнем играть в Outlast. Я невероятно впечатлительный, очень боюсь хорроров. По прошлым летсплеям, там, например, был Майнкрафт, когда... Короче, я могу орать как не в себе, вы сразу меня это извините. В общем, поехали. Так, мы катаемся на Бибике. Бибика пока что не страшно. Все нормально. Фу. Как же мне страшно, ё-моё, вы даже себе представить не можете. Это... Господи. Ненавижу хорроры. Чёртовы хорроры. Надо сосредоточиться. Думаю, сделать звук потише, дабы громче слышать мои оры. Ну ладно. Так, английский, русский. Yes. Так, звук, громкость. Думаю, пойдет. Все, отлично, я. Выходи из машины. Выходи. Mount Massive Island. Горный массив, лечебница. Отлично. В общем, я очень плохо знаю английский. Если у меня будут какие-то фаргусовские переводы, тоже извиняйте. Ну, в принципе, как и за крики. О, так, мы приехали. Так, меня уже никто не собирается пугать, надеюсь. Так, вроде какая страшная камера. Ладно, открыл. 17 сентября... я уже пропустил. Но, в принципе, если этот парень был жив еще 17 сентября, то нормально. Да. Угу. Батарейки. Так, камера. Ух ты, даже можно зумировать. Ни черта себе. Ночной режим. Класс. Я репортер, как я понимаю, у нас висит... Господи, как эту хрень назвать? Короче, типа освежителя воздуха, только пропуск. Вот он, вот чертов пропуск. Да, пресса. Так. заметки. Документы. И документы. И тут ничего нет. Закрыто. Уходи. Ух ты, документы есть, информатор. А, ну это, который мы нашли в машине. Так, как же мне страшно. Сейчас нас... Так, тут никого нету. Я надеюсь, я не стану шизофреником после этой игры, потому что мне невероятно страшно. Давай возьмем ручку, как средство обороны хотя бы, на всякий случай. Джип. Yeah. Ладно, все, идем. Так, я пришел. Чтобы быстро открыть дверь, нажмите левую кнопку мышки. Чтобы открыть дверь, медленно удерживайте. Удерживаю. Ништяк. Все. Так. Я надеюсь, здесь меня никто не собирается попугать. А, молния, черт! Возьми. А зачем я... Зачем я заменил батарейку? Ё-моё. Зачем я это сделал, объясни. Как ее вынуть? А, вот, я понял, короче. Левый shift самое полезное. Это типа наши записки. Левый shift самая полезная кнопка в этой игре. Я буду пользоваться только ей, походу. Ладно. Фу, ну Иисус со мной, поехали. Так, дверь заперта. Шикарно. А это? И это заперта. Ладно, идем так. О, отлично. Дверца. Иисус дважды со мной. Да ё-моё. Ладно, идем. В
Вонючая камера. А, включенная камера позволяет... Блин, я аж заикаться начал, мне так страшно. Вонючая камера. Ладно. Вы меня это еще вот за всякие звучки там странные, извиняйте, я очень нервничаю так. А! Тьфу, это он прыгает что ли так? Ах ты урод. Это мне сейчас Mirror Sage какой-то напоминает, если честно. Так давайте все снимать. Потом летсплей приедет, будет делать, чувак. А-за-за-за-за-за. Мы записываем 30 секунд. Пойдет. Так, сейчас я... Вот я думаю, мы, короче, заладим, нас сразу кто-то пугает. А-а-а! Мать ты... Уходи! Идите нахер. Пошли нахер. Так. Давайте спрячемся в камин и на этом завершим. Как спрятаться в камин? Все. Спасибо за просмотр. Ну ладно, мы идем дальше. Мне невероятно страшно. У меня уже нервный смех начинается, ребята. Я дико боюсь. Так. Мы должны просто быстро пробежать. Просто быстро пробежать. А-а-а! Отлично. Так. Бля! Ой. Господи. Я, наверное, не буду материться. Мне очень страшно. Да. Буду жить без мат. Простите меня за него сейчас. Господи, мне в комнате кажутся какие-то странные звуки. Ё-моё. Так, медленно открываем дверь. Все, идем спокойно. Медленно идем. Так, кровь! Ё-моё. Мне очень страшно. Кстати, мне говорили, что вот власти руки везде твои. О, класс, рука. Офигеть, давайте снимем руку. Вау, рука. Обалденно. Ну ладно, идем дальше. Ой-ой-ой, что так лагает у меня, я не понял. О, батарейка! Батарейка. Хватаем батарейку скорее. Все схватил. Да что за лаги вообще? Вот, все, нормально, нормально, нормально. Идем. Жить можно. Ой, как мне не нравятся вот эти следы туда. Хорошо. Гоу! Тут вроде все в порядке. Блин, какая атмосфера в игре, вы не представляете, как мне страшно. Что? Дверь закрылась? Какого хера? Значит, там кто-то есть. Ладно. Полезли. Что? Кто это? Матерь Божья. Нет. Бля, как мне страшно, хамуха. Как мне страшно. Как же мне, ёкаламане, страшно. Так, там кто-то есть. Я его вижу. Тут надо бежать. Дверь заперта. Ну, пойдем сюда. Бля! Уходи! Что за херня? Так. Ёпта! Нахер! Я... Пипец. Да Стоп. Мы должны включить субтитры. Так. Субтитры. Твою за ногу. Как это было страшно. Головы. Ворота можно открыть из диспетчерской службы. Убирайтесь нахрен с этого проклятого места. Спасибо.
Гоу. Убираться. Что это? Блин. Там кто-то шел. О, хера. Блин, вы не представляете, как мне сейчас очково. Сюда не пойду точно. Тут заперто. Идем сюда. Прошлак? Какой поросенок? Поросенок. Господи. Ты человек? Здесь человек. Фух. Да. Ребята, это невероятно жестко и страшно. Merciful God, you have да, я тоже, кстати, с Иисусом шел сюда. Блин, как мне страшно, офигеть. Фу, ё-моё. Выберитесь из лечебницы, это против главную дверь и чего-то там. Заметки. Я внутри. Меркров. Пациент Билли. Утверждает, что самонаправленных сознаний и сновидений продолжаются. Ясно, короче. Так, ну, читать скучновато, но просто это нужно, походу. Окей, все. Фух. Мы продолжаем КВН. Так. Ахаха. Ха-ха, ну ладно. Туда нельзя, как я понимаю, но там что-то. Там выход! Выпустите меня! Пошли. Мы идем. Рация! Ништяк. Вот, блин, всю разбегу будет так, но высадить да побежать домой пешком. Ну нет, это ж Егор, я ж должен это, ну как, идти, короче, пугаться, оставлять повсюду кирпичи. У меня сзади уже два завода выросло, и сейчас мне еще страшнее стало. Вообще мне говорили, что в игре очень много скримеров, просто невероятное количество. Пойдет. Нет, ну туда я не... Что, он дергается? Какого хера? Этот парень, мать его, дергается. Да не меняй ты батарейки, идиот! Ай. Этот чел дергается, а рядом лежит куст конопли. Ну, все понятно. Опачки. Ладно, мы должны пробежать. Раз, два, три. Я бегу. Ладно, здорово, братан. Братан не хочет разговаривать. Ну ладно. Привет. Меня Егор звать. А тебя? Ты какой-то обожженный. И лицо у тебя прикольное. А с этим что? Ребят, вы слишком много употребляете, по-моему. Какой фильм? Ой, как же мне очково-то? Да можно как-то пролезть? Нет, нельзя. Вон, проходит.
Ну вот с поросенком же круто было, да? Да не меняй ты чертову батарейку! Так, жизнь норм. Тут такое крутое ночное видение. Медленно открываем дверь. Ходим. И там сидит человечек. Ну как человечек? Ну, в принципе, да, человечек. Так, медленно подходим. Как же мне страшно. Фух, так. Документ. Нет, это не диспетчерский, это просто так. Все, ладно, побежали. Вот. Слава богу, что она закрыта, господи. Как я рад. А куда тогда мне идти? Вот оно окно! Лупи его! О, комп надо вырубить, ему что, он работает? Выключайся, нельзя. Йоу, парень, привет. Что вы думаете об этой игре? Даже звукового прыжка падает. Фу, ладно, идем. Идем дальше. Привет, пацаны, еще разок. Ай, твою мать! Что за херня? Уходи! Пошел нахер! Господи! Бежим! Блядская хуйня! Так. Самый правильный летсплей это... Если вам нравится Outlast, ставьте лайки, я буду снимать дальше. Пожалуйста. Пожалуйста, ставьте лайки. О, господи. Всем пока, с вами был Чупа. Thank you.